Доброе утро! Меня зовут Екатерина Булатова. Это моя дочь Лиза. Здравствуйте! Мы хотим сегодня показать, как мы делаем из подручных материалов. Вот, в общем-то, есть на любой кухне чечевица, но мы выбрали еще разноцветную. Сделаем подарок для папы к 23 февраля. Мы выбрали тему «Оранжевое солнце». И, соответственно, цвета наши яркие, веселые, оранжевые. Вначале мы сделаем эскиз. А солнце у нас будет из кожуры грейпфрута. Солнышко делаем с лучами. Вначале рисуем круг. А теперь, смотри, вот такие вот от него пойдут лучики в разные стороны. Сейчас мы будем делать самое интересное. Мы будем клеить нашу чечевицу на нашу шикарную картину. Давай по краешку аккуратненько. Давить надо через что-то. Давай, нави. Так, она окончательно застынет где-то через полчаса, но перемещать ее можно будет только через сутки. Вначале надо хорошо промазать клеем верблюда. Вот он у нас достаточно тонко нарисован. Ну да. Но просматривается, что это верблюд, да? Клеим глаз. Ага, а теперь сыпь. Теперь нам осталось сделать холмы. Ну что же, у нас осталась самая заключительная часть и самая интересная. Мы будем освещать нашу картину. Пожалуй, лучше клеевым пистолетом. Вот такая вот почти съедобная картина у нас получилась. Думаем, что папе понравится. Если у вас в доме есть дети, вы всегда сможете придумать для них интересное занятие из подручных материалов, да, вот, из крупы, из макарон, из чего угодно. Мы желаем вам доброго утра!